Мы поначалу были не хотели рассказывать об этом украинском девайсе, потому как особо не из чего было сделать нарезку, да и ну снаряд, да и снаряд, ничего вроде как особенного. Однако, очень часто об этом девайсе говорят, поэтому и мы не удержались и решили, так сказать, также просветить своим материалом народные массы. Так вот, на Павлоградском химическом заводе осваивают производство отечественных 122-миллиметровых реактивных снарядов 9М221F Тайфун-1, увеличенной дальности и с полностью украинских комплектующих Тайфун-1. Это такой управляемый снаряд, или если угодно, ракета, разработанный специалистами конструкторского бюро «Южное» в рамках украинской ракетной программы для использования в РСЗО «Град», «Берест», «Вербаэль» и так далее, и их модификациях. Макет «Тайфун-1» был впервые публично представлен в октябре 2019 года на международной выставке «Оружие и безопасность-2019» в Киеве. Разработка КБ «Южная» должна не только заменить старые боеприпасы для РСЗО «Град», но и предназначена для использования вышеупомянутыми перспективными отечественными разработками РСЗО «Берест» и «Верба». Также в КБ «Южная» рассказали, что кроме испытания «Тайфун-1» проводятся работы по созданию на его базе управляемого снаряда «Тайфун-1М», а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня «Тайфун-2» и «Тайфун-4». «Тайфун-2» – это снаряд для реактивной системы залпового огня калибром 220 мм с максимальной дальностью в 65 км. «Тайфун-4» является принципиально новой разработкой. Калибр снаряда составляет 400 мм, а максимальная дальность – до 280 км. В общем, КБ «Южная», как всегда, рулит. После совместных с КБ «Луч» управляемых ракет для РСЗО «Альха», еще и управляемые снаряды для РСЗО более мелкого калибра. Это очень даже круто.